Каждый день терапевт Евгений Андреев принимает десятки больных в кабинете, а потом отправляется по адресам тех, кто из-за болезни не смог прийти на прием. Недавний выпускник медицинского факультета ЧГУ быстро привык к такому темпу работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Врача вызывали? Да. Мы вас всегда ждем. Хорошо. Куда пройдем? Куда пойдем? Проходите, я за вами. Иметь хорошего доктора – мечта каждого, и дело тут не только в профессионализме. Понимание и сострадание – еще два неотъемлемых качества доктора. Около 2 лет назад Евгений Андреев начал работать участковым терапевтом. У него самый большой участок в Центральной городской больнице – около 2000 человек. Наш участковый Евгений Владимирович – очень добрый, отзывчивый врач по отношению к пациентам. Всегда поможет, терпеливо выслушает жалобы больных. И добрым словом, и лекарствами. Побольше бы таких врачей. Хочется к руководству больницы еще обратиться, чтобы они оценили их труд и стимулировали их работу. Они ведь тоже люди, рискуют своим здоровьем. Очень замечательный врач. Я с удовольствием хожу к нему на прием. Он сюда примет, спросит, расспросит, даст нужное назначение. Поэтому таких врачей надо, чтобы было в нашем городе и в нашей стране побольше. Он молодой, но, конечно же, он врач с большой буквы. Коллеги ценят в молодом докторе огромное желание учиться, разбираться в течении любой болезни, а еще трудолюбие и такт в общении с пациентами. Что мне нравится в Евгении Владимировиче как руководителю, это то, что он в любом диагнозе всегда старается разобраться до конца. Его пытливость ума, его трудолюбие и внимательное отношение к людям. За день Евгений успевает оказать помощь нескольким десяткам человек. На рентген идете вместе с карточкой. Карточку я вам отдаю, хорошо? Потом также вместе с рентгеном с карточкой придете. В понедельник, хорошо? До свидания. Сам молодой врач нисколько не жалеет о том, что выбрал эту профессию. Напротив, имеет вполне конкретную цель – как можно быстрее набраться опыта и двигаться дальше. Почему я выбрал именно медицину? В роду у меня у медиков никого нету. Но только тетя работала медсестрой. С детства хотел всегда помогать людям. Работа сложная, требует много сил, отдачи, но благодарность пациентов это все перекрывает. Сразу становится легче на душе. Моя мечта стать кардиологом, либо терапевтом уже как бы в узком профиле, врачом общей практики. Говорят, что иногда профессия выбирает человека. В случае с Евгением Андреевым так и произошло. Александр Соловьев, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика.